Всем привет, у нас сейчас вечер. Я все время умиляюсь, как Батоша спит на этой лапе. Так миленько. Все-таки не зря мы ему ее когда-то купили. Очень ему нравится. Ух ты, пух ты. Проходила мимо кукол Алискиных и вдруг увидела, что соска поломалась. Магнит отдельно, ничего себе. А вот и соска валяется без магнита. Как-то так хлипенько сделано, извините. Это ж так дети и проглотить могут эти магниты. Чё себе так отломался. Он вдевается сюда, но держится плохо. Будет опять выпадать. Надо, наверное, клеем приклеивать. Так они миленько в колясочке сидят вдвоем. Алиса сейчас ванну принимает. Уже вроде сейчас будет выходить. А во второй коляске у нас утенок, в которой раньше Митя сидел. А это для двойняшек. А еще у Алиски такой коврик постелен, она постоянно играет в последнее время. Сама его попросила ей положить. Помните, ножками, ручками ходить ей очень нравится. Знаете, по сути, Маха устроилась не хуже, чем Батон. Как по мне, даже лучше. На таком мягеньком-мягеньком покрывале на нашей постели. Уткнулась носиком. Кстати, наверное, холодать будет. Видите, как уткнула нос, прячется в тепло. Она даже любит укрываться, кстати говоря. Я часто ночью и Алису, и Маху укрываю. Подглянем за нашими цуциками. А, услышали. У всех вечерний сонный час, да, малыши? Они дома, на улице дико холодно. Лимон тоже во времянке, короче говоря. Не знаю я, мне страшно его оставлять ночевать в клетке. Я боюсь за него. Там вода вся в лед превращается. Вот смотрите, голову один на другого положил. Я предложила Насте остаться у нас ночевать сегодня, и она согласилась. Так что Луна тоже остается. У Умки сегодня будет приятная ночь. Вместе с сестрой будет спать. Вот этим малышам уже 3 месяца. Три, и уже через месяц можно к ним приглашать кинолога. А я очень жду, пока вылезет лисенок из душа, потому что мы будем с ней открывать посылочку, которую нам прислали наши подписчики. И, наверное, уже друзья их можно назвать, потому что мы уже даже в Вайбере переписываемся постоянно. И мне очень нравится эта семья. А также мы мечтаем встретиться. У них тоже есть маленький мальчик Матвей. Вот. И я мечтаю все-таки познакомить Алиску с ним, потому что он смотрит каждый влог с Алисой и все время про нее говорит. Они мне рассказывают, что он ее очень любит. И, конечно, они могли бы дружить, если бы они жили в Черкасах или мы в Киеве. А так, ну, хотя бы познакомиться, когда мы там будем. Тоже очень хочется. А, ну да, ты же увидела посылку и прибежала, да, Мах? Куда ж без тебя? Ну, что это за кошка, которая распаковывает посылки? Она что, кашу спала на кровати, вы видели, укрытая. Ей оттуда вообще не должно было видно, что тут происходит. Прибежала. Эй, хвостик мой. И Батошка просыпается, на Маху поглядывает. Только что так широко зевнул. Мне еще будет спадки. А где же лисенок? Я думала, ты ее на ручках вынесешь. Собачка с тобой купалась, да? Да, собачка меня с тобой купалась. Вовка в меня купалась. Мама. Ты что икаешь? Мама. Что, застряла? Да. Коловка застряла. Сейчас я ей помогу, коловке. Помоги, спаси ее. Ох ты, получилось. И получилось коровку спасать. Все, пошли посылочку смотреть. Не пошли посылочку смотреть. Там еще кто-то? Смотри, котенок застрял. Я могу котенка. Любит кого-то спасти и кому-то помочь. Кому-то надо... Молодец. И что-то там застрял. Все, там больше ничего нет. Нет. Там петушок. Какой петушок? Нет там ничего. Смотри, там пусто. Вот петушок. Там петушок. Вот он твой петушок. Да мой петушок. Все, идем уже посылочку открывать. Приехала тебе посылочка. Сейчас откроем. Посылочка. Там тебе мальчик что-то прислал. Матвей, мальчик. Мальчик, письмо. Смотрите, Маха не дает нам открыть посылку.
Махочка, отойди, пожалуйста. Махочка, Маха хорошая. Мама, погладь Маху. Моя не кусается хорошая. Маха. Не кусается, она в хорошем настроении, да? Сколько Маха обижает Алису, вы бы знали. Сколько она ее кусает, сколько она ее царапает, а она все равно говорит, Махочка хорошая. Махочка хорошая. Ты на нее не обижаешься за царапинки? Не обижаю. Молодец, Маха. Умничка. Маха хорошая, Маха хорошая, хорошая Маха. Любимая Маха, любимая Маха моя. Тюмхи Халюси. И можно чухать Маху. Вот какая остыла. Уже пахнет какая. Котлетка на пальце? Какая на пальце. Что, палец похож на котлетку? Да, какая. Серьезно? Какая. Так, Маха, слезай. Мы хотим увидеть, что в посылке. Слезай. Ага, жена. Маха еще такая наглая, что ее не выпихаешь. Что там там? Что там? Что там там? Маха первая лезет в посылку. С головой, да, Маха? Что там там? Что там там? Полюбопытнее, Маха или Алиса, даже не поймешь. Давай вытащим сейчас. Что там там охуяшки? А, он завязан. Нет, отдай мне. Ты сама? Да, я буду сама не снить. Там ничего не видно. Так развязывай и доставай что-то. Не развязывать не будем. Почему? Любоваться будем на кулечек? Давай же посмотрим, что там, доченька. Не посмотрим, что там. И там почему? Почему? Почему что-то там нет? А это, наверное, конфетки. Я уже вижу. Достанем конфетки? Достанем конфетки, давай. Давай мне ее замажем. Размажем. И конфетки там, и динозаврики там, и конфетки. Да, точно. Давно мы с тобой посылки не распаковывали, да, Лисеночек? Посылки. Давай, доставай конфетки. Доставай конфетки. Ух ты, смотри, целая коробка конфет. Целая коробка. Конфет. О, динозаврики. Еще. О, еще вот это динозаврики. Вот это. Теперь надо порвать бумажечку и посмотреть, что внутри. Мама, порвай бумажечку. А ты порви, правильно сказать. Нет, ты порви. Давай, смотри, что там. Алиса нашла письмо. Давай я письмо посмотрю. Письмо. О, сладости, смотри, какая конфета. О, какая конфета, и можно у нее облизывать. Облизывать можно, ну скажи спасибо Матвейчику. Спасибо Матвейчику. Сюда, вот сюда смотри и скажи, Матвейчик, спасибо, а он увидит. Матвейчик, спасибо. Умничка. Тут еще что-то есть, доченька? Еще там что-то есть. Смотри, что это тут такое, тяни. Тяни. Смотри, это такое платьечко. Алиса с лисенком, с короной. Ух ты, смотри, какой Матвейчик прислал. Это на папе. Похоже, это не Алисе. Это Алисе, это на тебя платится. О, гидр попалась. Гидр попался. О, это мы еще что-то, смотри. Еще какой-то конвертик. А там что-то в шоколаде. В шоколаде? Нет, там уже не шоколад явно. Давай посмотрим, что это. Что это такое? Ой, что я это? Я даже такое? Не знаю, что это такое. Смотри. Такие. Маска для лица с гиалуроновой кислотой. Это уже маме прислали. Не хочу я вот это, Макса. Не хочу. Это маме маска, это не тебе. Это не... Это мама будет лицо мазать и будет красивая и молодая. Да, это мама будет лицо мазать и будет он холодая. Молодая. Не холодая, а молодая. А холодая. Откроешь мне вот это? Откроешь? Открою. Вот так. Ну давай мы сначала покушаем, хорошо?
Давай сначала покушаем. Да. А платьице можно и померить. Ой, я люблю платьице. 110 сантиметров, как раз на тебя. Да. Сразу полотенце сняла и халат. Померить. Да. И маме даю, и папе, и бабушке, и Насте, и Кате, и Даше. Всем дашь пооблизывать? Да, где Кости? Пооблизывать свою конфетку всем дашь? Да, конфетку всем дашь. Облизывать. И Наде, и дяде Кости, и маме, и папе. Моя умничка. И бабушке, и Насте, и Кате. Ты умничка маленькая. Со всеми делишься. И ну, конфетка. И батоны, и игрушкам, и собачки. И петушкам, и котикам. Я пойду палками петушкам, даже и собачка, и петушка, и котик. Покормишь петушка? Покормим петушка. Алисочка, когда конфетка одна, слышишь? Когда одна конфетка, кушай ее сама. Сама кушай конфетку. Да, сама, потому что одной конфеткой нельзя поделиться. Можно поделиться, когда у тебя много конфеток. Тогда да, одну маме, одну папе, одну сестричкам. А когда у тебя одна, ты будешь одна ее кушать. И ничего страшного. И даже она не будет плакать. И никто не будет плакать. Давай бумажку. Сейчас попробую. А, там бумажка, боже, извини, доченька, я не заметила. Бумажечка там мешает. Давай ее пока вот так я срежу, когда ты платье снимешь. Смотри. Ножку на ножку. А вот что эти... это, Рита? Это же пирамидка твоя. Это же пирамидка. Мы бросаем пирамидку. Мы бросаем ее. Расскажи. Ух, расскажи, тебе удобно на мячике сидеть? Нравится? На мячике сидеть. Посмотрела ты поросят, посмотрела такая смешную шапочку. В кукольном театре. Я была в кукольный театр, посмотрела три поросенка в театр, красную та шапочку, посмотрела та три поросят, поросята пели, поросята испугались, а потом приехала Лука на машине, посмотрела на Лука на друзей. Сказал, я вас съем, наверное, да? Нет, Лука с газовым. Шишки давать. Фотоканих деток. Ой, и, какие там шишки деток. Волк давал. А да мы желать омоем друзей его на волк. И выбрасывает там друзей его на волк. Ох и волк. Ну, Алиса впечатление от кукольного театра уже несколько дней назад ходила и все помнит. Да? Ты хочешь еще пойти? Хочу еще пойти. Там завтра новая сказка будет. Про петушка и курочку. Про зернышко, которое застряло у петушка в горлышке. Помнишь, мы купили? Да, во вторник. Помнишь, мы читали с тобой? Читали. Да, помнишь? Когда у курочки курочка бегала, чтобы петушка спасти, и просила, чтобы все помогли. Плавится платьишко. А тут пальчик застрял. Закрутила. Закрутила пальчик. А теперь будем мы конфету есть. Ой, а где же мой киндер? А где же твой киндер? Здесь где-то запутался в одеяле, по-моему. А ходи. О, вот у меня киндер. Я нашла киндер. Нашла, доча. А теперь мы будем есть конфету. А хочешь мне конфету? Давай сейчас пойдем покушаем кашку. И потом сразу конфету. Хорошо? А киндер? И киндер потом, да. Сначала кашку. Нет, кашку не сначала. А когда? Никогда кашку не сначала. А как ты хочешь? Ты хочешь сначала киндера, потом кашку? Да сначала киндера, потом и потом кашку. Сначала только киндера съесть по чуть-чуть. И кофе-то сначала только съесть надо. И потом кашку. Нет, солнышко, так не получится, потому что киндер вкусный, сладкий, и ты потом кашку не захочешь. Кашку не захочу, да. Да, поэтому надо сначала кашку, а потом киндер. Поэтому сначала кашку и потом киндер. Да, совершенно верно. Ой, не хочу я кашку.
Пусть меня мама покормит кошкой. Мама, покорми меня кошкой. Я пошла за кошкой. Да, давай мне киндер потом съедим. Спасибо. Я положу пока на полочку. Да, пошли. В общем, лисенок сидит, ждет кашу, пока она подогревается. Смотрит Лунтика. Киндер и конфетку вот туда под одеяльце к себе положила. Ждет. А мы пока с вами письмо прочитаем. Привет каналу Вредина Лайф от канала Принц Матвей. Мы очень рады, что вы есть в нашей жизни. Благодарим вас за прекрасные видео, влоги, за ваше доброе сердце, за ваши добрые дела, за общение с нами, за то, что делаете наш каждый день еще прекрасней. Когда мы увидели влог о том, как Алисочка разбила головку, мы очень переживали, и нам захотелось ее порадовать маленьким подарком. Надеемся, принцессе понравится. Спасибо огромное, вы видели, как ей понравилось. Желаем вам и вашим близким здоровья и добра, скорейшего выздоровления девочкам. Надеемся, скоро карантин закончится, и мы сможем наконец-то увидеться. Ох, и мы тоже на это надеемся. И познакомить наших деток. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. Обнимаем, целуем, до скорой встречи. Я, кстати, тоже без ума от Матвея. Это такой маленький, светленький мальчик. И, ну, он очень миленький. Посмотрите на их канале, вот канал Принц Матвей. Я вам ссылочку оставлю в описании. Посмотрите на Матвея. И я тоже очень надеюсь, что наши дети будут дружить. Настя сегодня будет спать с Катей, да? Ну, в принципе, места тут полно, потому что комнаты-то тут уже Настиной нет. Вы сейчас будете что-то смотреть? Угу. А что? Топ-модели. А я такое не смотрю. А может быть, это и интересно? Времени не хватает. О, ты колечко носишь? Да. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Прошка. Скажи, спокойной ночи. Скажешь? Нет? Ну давай потюхай. Давай потюхай. Давай потюхай. Давай потюхай. Давай потюхай, Прошеньку. Проша хороший. Да ну тебя, хороший.